друзья, вот это пидор. Это та самая нечисть, которая пришла сюда, на нашу землю, убивает людей. Потом вот так вот они получают бесты. Вот смотрите. Вот оно, сука. Питерское говно. Что тут написано? От девчат с любовью. Девчатам привет. Друзья, адреналин зашкаливает сильно. Мало того, что час назад прилетел возле нас FPV, но броневичок все выдержал, чуть-чуть там сколы на стекле, это не страшно. Второй момент, заехали в Украинск, первая заявка, и наткнулись на русского, как он представился, российская армия. Ну, как представился, мы не знакомились. Мы сказали, что волонтеры эвакуации, он выскочил на нас, что за передвижение, видео посмотрите, все увидите, услышите. Назвать его адекватным может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, и мы выехали, нас отпустили. Выйди с машины. Вышел? Сюда идет. Русский. Русский? Да. Тихо, тихо, тихо. Он здесь. Вот он идет к нам. Здесь сюда. Волонтеры эвакуации. А? Говорю, с Покровска, волонтеры эвакуации. Людей вывозим людей. Люди? Вот они в подвале. Гражданские. Стой, иди сюда. Телефоны. Вот гражданские, смотри. Вот гражданские мы вывозим. Что, людей быстро грузим, съебываем. Да, все, да, вот поехали. Больше не будет. Поехали. Быстрее поехали. Там есть трое людей. Гражданские.